Хашто намышыбынатым авал скоттой заудзіқа ушкула заута бабара коттой барбашовы номыл фаш ама намышы алия. Автамай шахиса штефеттой шуарго мұқа қанжыты музей шаветонов шаттонты афшамарон инган. На республика олах ижма бахашта арх каманнай ахамаваран. Умагашка қабатыр тұрухшнамты фалтарай фалтарма наузышты рух. Балвартарнадартар армаджа. Шаветон шалдата кабатыр зинады истории и рештоны бинон тайхашты бидыр мачиасы дама фаштама чинал шаждахту дона кышматты, а пату сасауты шывалата нам балварды разуранс. Экскурсии лошкола заутан бакушту и шармагунды и валахи жбомма. Пришла идея уделить внимание малоимущим, ну, детям из малоимущих семей, школьникам. В дальнейшем мы планируем также уделять внимание пенсионерам и инвалидам. Велосипед придумывать не нужно. Здесь давно эти маршруты проработаны. Просто они не так активно пользовались почему-то спросом. А мы решили просто этим делом заняться. Мы ничего грандиозного сами не придумывали. Все это есть. Хаштон сауто зурак бы натешивала табабара котту и шахурганчатима. Да у надо и мага и фолдер бинонок дарай бажа той фадуважачи истории. Пирата фадбаште и штархашты истории има нормам балзашты ахурады программы. Касадар тантаса тема жонга о экскурсии ражма шармагун и шахибасат такутуй. Было интересно, потому что я хотела знать, что именно произошло, почему, за что сражались мои деды и как это было. На Барбашово поле мы сейчас находимся. Я нашел здесь много фотографий своих родных, которые участвовали на этой войне. Также тут находится очень много мемориальных памятников, а также техники, которые я хочу узнать, как выглядит. Фанзамклаша Ахурзаурустаман, хашта тема у хаштегу, емклаша к тима самадиши има бажа, та Петр Барбашова хабатар зинядата хайфе, таж наджа сахшангаржи сахтауи, басадышна мемориалун комплекса самузеи шумадар, хиса штефету шавету шахавшатунта сахасангаржи хасадышты жнаджа нахма. Раждар Ивасова жау артиллерии каубица Тешабон утфена нармаштар кинонефты. Нурташам шакухай бавналандару. На данный момент в нашей стране такая ситуация, что это не просто долг, это необходимость. В связи со сложившейся ситуацией в нашей стране, повторюсь, и с внешней политикой нашей страны, это необходимость развивать патриотизм в наших детях. Естественно, все начинается с детства. И это наш долг и необходимость именно этим заниматься. Ахам экскурсии та школа заутам фалтаржин экскурсовод тима ночи дарма, а раз зашты шаныша нахшти, ак самай шывала та истории има кан чингу та има жунга кануй. Фалашах иса шты уной шаветонов шаца и номыл не вгау кутта е сардуй, а мауи кухов вца нармаштыр нама шавдишан тама балскангая. Кажа та зарина цгой та Алина, бити та Давид и рештон хабарта.